Ясная погода выходного дня и километры дорожного полотна. Долгими зимними вечерами подобные мечты наверняка были у многих велосипедистов. И теперь это стало возможным. Настоящим весенним теплом встретила погода участников велопарада в Десногорске. Я буду долго гнать велосипед. Словами этой известной песни можно очень точно описать настроение этих людей. Многие десногорцы решили провести сегодняшнее утро в седле. Время проведения мероприятия подобрано как нельзя лучше. После подобных прогулок в кругу единомышленников можно зарядиться хорошим настроением на весь день. Скажите, как вы сегодня подготовились к этому празднику? С хорошим настроением. Главное проехаться и ребенку показать, что это такое. Стройная колонна велосипедисты двинулись в путь. Около 100 участников в сопровождении полиции проехали по городу и отправились на природу. Следующая остановка – Десногорский скалодром. Мы все видим, что вот мы отдыхаем, а кто-то здесь сорит. Где-то бросают мусор, бутылки. Уборка, а тем более в лесу, дело непростое. Но надо отдать должное участникам. С заданием справились все. Поделиться впечатлениями можно было за обедом. Всем полагался традиционный плов. Естественно, все велосипедисты едут сюда ради открытия сезона, не ради плова. Но это такой бонус. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.